Мы живем в грамадстве и часом не ведаем, с чем могут сутыкаться люди побач с нами. С чем доводится жить представникам уразливых групп? Я универсал, як педераст. Жарт, конечно. Звичайно, история життя ЛГБТ-человека – это история дискриминации, это история про страх, про тяжкие отношения. Як працює державний механізм, ідея якого нас оборонять? Я нажаловалась. Ну, ввиду особенностей, иногда ее жалобы были в стихах. Почему бы нет? Чем это закончилось? Отправили в интернат, и орган опеки спит спокойно. Нет человека, нет проблемы. Что можно побачить подчас знаходжения у закрытых установах? Когда я выписалась из новинок, я думала, что я напишу книгу, это была бы антиутопия, и она бы называлась «Люди гибнут за кипяток». Мент с органов, он его порезал, ножницы взял, штаны и порезал куртку. А на во что? А это вот таки был уздек. Однажды я была свидетелем сексуального насилия. И як може виглядати шлях до накерування туди? У него было настолько искаженное лицо, что я просто боялся, что он в суде начнет меня, не знаю, бить. Вот реально, он был похож на Фредди Крюгера. Что могут чувствовать свояки, які опинулися побач? Это дурак только может сказать, что время лечит. Как оно может лечить? Этот детенок постоянно со мной. Меньшее, что мы можем сделать, это ведать про досвід людей, які живуть побач з нами. Это мы, это живые люди. Гэта правабарончы падкаст «Вясна прыйдзе». З пачаткам кожнай дэкады месяца мы будзем распавядаць пра розныя гісторыі розных людзей, якія жывуць у Беларусі. Вот это уже за гранью прав чалавека, это вот сюрреалізм.